Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Натальи Горбачевой. Сегодня готовлю холодный кабачковый суп с мятой. Вкусный, освежающий, легкий. Легкий не только по калориям, но и в приготовлении. Для лета, особенно в жару, то, что надо. Я взяла два молодых кабачка молочной спелости. Шкурки и семечки у них еще мягкие, нежные. Чистить их не нужно. По весу получилось около 1,5 кг. Кабачки я режу крупными кубиками. Также нарезаю лук и чеснок. Складываю все в кастрюлю. Я взяла 3-литровую, но удобнее будет, если возьмете кастрюлю побольше, 4 литра. Заливаю овощи бульоном. Подойдут как мясной бульон, например, куриный, так и овощной. Рецепты этих бульонов есть у меня на канале, ссылки на них будут под видео. Варю овощи на медленном огне 20-25 минут или до мягкости кабачков. Затем полностью остужаю. В это время готовлю мяту. И лимонный сок. Сливаю из кастрюли большую часть бульона. К кабачкам добавляю сок лимона и измельченную мяту. Пюрирую. А затем создаю нужную консистенцию, добавляя бульон небольшими порциями. Так как бульон был соленый, суп дополнительно я не солила. Но в конце можно попробовать и отрегулировать на соль. Также при желании поперчить. Подается суп охлажденным. Его можно заправить сметаной или оливковым маслом. По желанию присыпать семечками, орехами, сухариками по вашему вкусу. В летнюю жару это прекрасный вариант первого блюда. Попробуйте. Если рецепт показался вам интересным, понравился, проголосуйте за него лайком, поделитесь с друзьями. Если вы не подписаны еще на мой канал, то рекомендую подписаться, включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видеорецепты.